номер выпуска чипса. И все. 20 лошадей прибавил от стока. 25. А у меня турбина маленькая, это ДН-4H6. Она 255 сил рассчитана на производитель. Вот поэтому антенна верха должна сдуваться. Так. Как у меня атмосферчик, наверху 0,6 давление. 0,6. Вот я не хочу. За счет объема. Вот, я говорю. Но не 303 лошади. У меня фазы сдвигаются 4 по 1000. Но не 303 лошади. Ну как не 303? Ну так. Всем предлагаю на стенд. Прям сейчас, после гонки, прямо сейчас. У тебя сколько ступеней? У меня 6 ступеней. Почему? Я верю. 20, вторая 175. У меня 208. Первая 65, вторая 108. Третья 175, четвертая 225. Пятая 255, шестая 255. Поэтому, блядь, вы хуярите, блядь. Вот так вот, блядь, коротких, блядь, хороших, блядь, пониженных, конечно, соответственно, вам пиздать, блядь. А я нахуй еду, блядь, как паровоз, блядь. И чтобы это, блядь, трансмиссионную потерю, блядь, реализовать, не только момент. Вот ты, сейчас как раз говоришь, что я не в кофе. Не пизди, блядь. У тебя хороший момент, он на нем едет, говорит, это хуйня, надо, блядь, вот так. Не лошади наверху нужны, а не момент. Ну, когда ты стартуешь с момента длинного своего, тебе это выгодно. Нет, не 303, не 305. А ты посмотри график зеркала. Он будет такой же, как и у нас. Он будет в момент вот так и вот так. Так же, как и у нас. За турбины ты видишь? Да. Будет та же самая фигня. У него есть полка момента. А он с Максом наравне едет, блядь. Давай так. 303 лошади. Давай возьмем так.